Welcome back to Metro Exodus. After finishing the two kernels, this time we're going to be playing the second and final DLC that's coming out for Metro Exodus, Sam's Story. So remember, Sam was kind of the odd one out in the group in that they were the only American? So let's read the description here. Determined to find out if his loved ones are still alive back home, Sam bids farewell to the Aurora and her crew and takes the railroad as far east as he can, hoping to find means of crossing the Pacific in the port city of Vladivostok. The last leg of his journey, though, proves to be quite a bit trickier than expected. Расставаться с товарищами было тяжело, но для них смерть полковника стала концом путешествия и началом новой жизни на берегах Байкала. Для меня же эта потеря стала границей. Границей между Орденом и жизнью. Между долгом и мечтой увидеть отца. И, как и Артём, я выбрал мечту и отправился за ней. По дороге мне иногда казалось, что остающиеся за спиной деревья, руины и покосившиеся столбы — просто бесконечный кинофильм на потрёпанном экране. А я — полуночный зритель, сидящий в пустом зале. Но каждое утро, встающее прямо по курсу солнца, приносило смену декораций, вселяя уверенность, что я всё же приближаюсь к океану. На шаг, потом еще на шаг, и еще, несмотря ни на какие препятствия. Когда-нибудь, отдыхая на крыльце отцовского дома, я, может, и захочу написать книгу об этом путешествии. Когда-нибудь, но не сегодня. Я у города, где должен начаться последний этап моего путешествия, и уже чувствую запах моря. Если у меня и вправду есть шанс добраться домой, я найду его здесь. Hello, Vladivostok. Engleniksi. So, what do we have? Assault rifle, double barrel shotgun. Ah, we have our mobile workshop kind of thing. Didn't have that in the two kernels. Well, heavy stock and grip. Yep. Standard barrel, good. Reflex sight, good. High capacity magazine. Hurts our stability a lot, but from 20 rounds to 75 rounds, I'll take 75. How's the shotgun? Heavy grip. Double barrels. Yeah, everything's selected the best parts. We only have one med kit. And basically no crafting ingredients. Right, we have a flashlight. Too. We didn't have that in the two kernels. This seems to be much more like the main game in your abilities.
we just added a landmark to the map or something. All right, this is also wasn't in the two kernels. Those were gunshots, right? Not the sound of me just like really clanking on this metal. That. Oh. Wow. Лучше проваливайте. Аккуратно, чтобы не завалил. Bandits, so free to shoot them. Oh, I don't remember how to do a lethal or non-lethal takedown. I think a pop-up will come up when I get behind him. Есть такая маза, понял? Короче, шабазар, выходи уже! Куда выходить-то? Покажись! О! Спасибо! Well... По-моему, они кончились! Спасибо за помощь! Поднимай сюда, поболтаем! Сейчас! Ooh, I want to go in there, but let's go up first. More bandits? Whoa, whoa, полегче, я же помог. А я говорю, убери, быстро! Хорошо, мне неприятности не нужны. Я ищу корабль, мне домой надо, не знаешь тут подходящего. Ну, корабль у нас только один, зато подходящий. Идем, покажу. Because I'm really lucky that the first person I meet is a captain. Ты тут осторожно, а то загремишь в трюм. К тем он, красавцам. Все гоняются за мной. Перед котом своим выслужиться хотят. Хорошо, хоть живым взять пытаются. Ну что, доставай бинокль. Отсюда хорошо видно. Вон, видишь? Вау, субмарин. А здоровая какая. Хороший билет домой. А где твой дом, кстати? Как-то мне твой акцент подозрительно знаком. Сан-Диего.
Опа, еще один американец. Что вам тут медом намазано? Еще один? No shit. Ты и вправду тоже не в курсе. Так что расскажу, но позже. No shit. А? Сворачиваемся. Что за черт? Крылан заметил нас. Уходим, пока не налетел. Черт, опоздали. That's new. Ooh, it's so cute. Well, those things aren't new. Is that what they were? Just a big flock of them? Well, there's all the ammo for that. Ah! Oh, that's all the ammo for this too! Oh no! Tiny bit of ammo. Real tiny bit. Figures the American would be a fucking cowboy. I don't have any of my weapons. Oh, right, you can't swim. If you go into too deep water, you just kind of do that and then pop up at the nearest grabbable bit of land. This sounds quite large. Oh, they're actual toads. You can actually see them. They're making a... They're making some really, really big little big ripples for such little dudes, but cute as hell. Look at them. No, go the other way. Into the water. Oh! You kill them by walking over them. Okay. I'm gonna walk away. Wipe that from my mind. There's frogs everywhere. This is gonna be a frog massacre. Got snakes to deal with, too. Aha, пригодится.
Come and take it, you bastards! Come and take it! Пошли с нами! Рад живьем! Take this! Fuck off! Go to hell! Так и лежи! I'll fucking kill you! Holy shit, Sam. Put up a hell of a fight. Ну что, допрыгался, бычара? Fuck off! Сука! As an American, it's pretty funny to hear Sam speak English, and they're very, very obviously not a native English speaker. Откуда знаешь, что американский? Ну, знать не знаю, но до войны в кино слышал. Так он, может, тоже. Он, кстати, очухался. Слышь, ты сам-то откуда? Из Москвы. Слушай, а ты не американец часом, а? Нет, блин, бурят. Американец. Американец. Вот видишь? Ага. Тот у нас так кидал. Правда, не помогло. It's just not my day. День, говорю, не мой. Похоже на то. Ну ничего, может, еще и рад будешь. Братва, мы американцы, оказывается, взяли. Надо кота вызвонить, доложиться. Ого, ну давай. Базу, я курьер. Кота мне дай, тут новость для него. Ладно, подождем. Глуши мотор, братва, ждем босса. Вот, кстати, к вопросу про не твой день. Видишь, что там? Вижу. Тучи. Тучи. Это, брат, буря. Точно, буря. И они у нас тут непростые. Попадешь в такую, не поздоровится. Так что повезло, что мы тебя приняли. Курьер, пост на мостике. Переключаю на него. Добро. Заводись и давай на лодку. Ну что там у вас? Передали капитану предложение? Не, его шушера какая-то спугнула. Но с ним один тип был, мы его прихватили на всякий. Оказался американец. Ты там в своем уме? Обижаешь, босс. Ругался, как ты, в худшие дни. Дай-ка родинку американцу этому. Окей, Хариус, это твой инконсидер защиты. Хвалю. Лэнс Корпал Сэмюэл Тейлор, US Marine Corps. Вау, с ума сойти. Я и сам не очень верю. Ух ты! Да значит так, курьеры! Тут! Все меняет! Это Макос, ясно? Быстро его сюда, конец связи! Есть, босс! Видишь, эффект какой? А кто все сразу понял? Кто сказал, что американец, а? Вау! Здоровый, дура! Ваща, наша! Да уж! Thank you.
Just what we need. Смотри, это босс. Это он? Это я! Well, hello there. Тебя что, не развязали? А? Сейчас. Прошу на борт. Повезите гостя к трапу. Есть, босс. Черт, кота разозлили. Хм, надо было развязать его сразу. Получили за то, что развязали. Да, коту иногда вообще не угодишь. Похоже, день не наш. Ну, ваше сочетство, прибыли, поднимайтесь на борт. Tom looks like a detective from some B-movie. Also, their underlings seem to be very afraid of them. Чтобы босс не ждал. Damn, am I happy to see you? Haven't met another American in 23 years. The name's Tom, by the way. Nice to meet you too, Tom. Is this ship yours? Can I book a ticket? Book a ticket? That's a good one. Follow me. Let's talk. Так куда тебе билетик-то? До Сан-Диего, one way. Калифорния! Вот где рай на земле был. Ну, если не считать пробки в Л.А. в час пик, конечно. Слушай, напомни, как ваша команда бейсбольная называлась? Падрес. Точно! Наши с ними играли часто. Я-то из Сиэтла сам. Маринерс. Это если ты меня еще проверять думаешь. Ничего личного, капрал. Время сейчас такое сложное. Понимаю. Доверяй, но проверяй. Точно. Кстати, Сэм, знакомься. Это Клим, моя правая рука. Отвечает за силовое крыло моего бизнеса. Привет, Сэм. Glad to meet you, Клим. Вовремя Климовы ребята тебя пригласили. Док от ветра частично защищает, и все равно видишь, что творится. Да, останься я там, может, уже был бы на полпути в Канзас, хотя мне туда не надо. А куда надо? Хотя, постой, давай-ка, Сэм, сначала закурим и расскажешь нам свою историю. Спасибо, не откажусь. Впрочем, рассказывать мне особенно нечего. Ближний Восток, потом Афганистан, потом в Москве посольство охранял. Когда началось, я как раз в метро был. Там в подземке много кто спасся. А потом сидели 20 лет и думали, что мы одни на свете остались. Это как? Глушилки по периметру, главари все знают, но скрывают. 20 лет? Нахрена? Ни малейшего понятия. Мой друг узнал правду, а с ним и весь отряд, где я служил. Пришлось бежать. Пересекли континент. У нас поезд был. У Байкала мы разделились. Я дальше на восток поехал к океану. Отец мой, если жив, то он ждет, понимаешь? Мне надо домой. Ему 70 теперь должно быть.
меня мало времени. А, понимаю. Ищешь, кто перевезет тебя через океан? Да. Сейчас через Пасифик не ходят. Это раньше было просто. Но я могу отвезти тебя на этой лодке. Скорее не могу, а мог бы, Том. Да, Клим. Я могу как-нибудь помочь, Том. И, кстати, как тебе эта Submarine досталась? Это длинная история. Может, лучше коротко рассказать? Я, честно говоря, не настолько спешу. Ну, тогда начну издалека. У меня тут, кстати, почти настоящий Теннесси Сауэр Мэш получился. Выдержки, конечно, не хватает, но вкус все равно очень недурен. Выпьешь с нами, Клим? Выпью, но свои. Не люблю я этих твоих изысков. Подумаешь, первая партия неудачная вышла. Ну, как хочешь, конечно. За встречу! За встречу! За встречу! Вау! Great stuff! А я что говорил? То-то! Ну что, готов слушать? До войны я тут бизнесом занимался. На международном рынке оружия в основном. У местных были большие деньги и возможности, но не было связи и стиля. Вот я этот недостаток и компенсировал. Клим отвечал за связи с местными партнерами. Как раз перед войной дело вышло на хорошие обороты. Но тут упали бомбы. Дальше сам представляешь. Yep. У нашей компании, правда, оказалось важное конкурентное преимущество. Полные склады оружия. И ребята Клима, которые эти склады охраняли. Дальше мы динамично развивались. И несколько лет назад узнали о процветающем поселении здесь, во Владивостоке. Руководил здесь знакомый тебе бывший капитан. Он, конечно, неплохо все организовал, но к постоянной борьбе с бандитами оказался не готов. Тут мы и предложили сотрудничество. Капитан согласился и не прогадал. Проблему бандитов Клим решил радикально и в кратчайшие сроки. До сих пор висят местами. Да, ну а потом выяснилось, что лодка-то все это время была на ходу, а он даже не пытался воспользоваться такой возможностью. А как ей воспользоваться? Сразу видно, что ты не бизнесмен, как и он. Конечно же, для всеобщего блага. Столько лет после войны человечество прозябает, потому что не осталось силы, которая могла бы заставить выживших объединить усилия для восстановления цивилизации. А мы можем создать такую силу, новое государство, настоящий сияющий город на холме и повести всю землю к новым вершинам, обратить конец света в новое начало. Нам даже стрелять не придется, бросить якорь на рейде любого поселения, открыть ракетные шахты, сами все отдадут, признают нашу власть. Не по душе такой вариант. Но это всего лишь констатация факта. Мы здесь власть. Мы сила. Мы поведем всех за собой в будущее. Понимаю. А что же капитан? Устроил скандал. Пытался от нас избавиться, но когда понял, что его карта окончательно бита, сбежал. Ну, значит, теперь ты решаешь, куда плыть, правильно? Да. Только у нас есть одна проблема. Лодка-то на ходу, но реакторы выработали все топливо. А достать новое и заправить лодку может только бывший капитан. К сожалению, после того, как мы разошлись во мнениях, он с нами даже разговаривать не желает. Понял. Многое начинает проясняться. Прекрасно. Тогда вот мое предложение. Сэм, побудь парламентером. Уговори старика. Пусть он поможет добыть топливо, а мы оставим ему поселок и найдем себе базу получше. И пусть забирают всех членов экипажа, кто не захочет идти со мной. И как будет топливо? Первый пункт назначения — Сан-Диего. Дил? По рукам. Сэм, как парламентеру тебе нужна защита?
Я пошлю лучших людей. Спасибо, Клим, но я предпочитаю работать один. Вот это я понимаю, хватка. Оставь, Клим, сам справится. Как скажешь, босс. Значит, договорились. Но все же, раз ты представляешь нашу сторону в переговорах, надо тебя экипировать как положено. Клим, настрой, пожалуйста, рацию Сэм на наши частоты. Ага. Вот. Теперь самая главная карта. Точная, насколько это сейчас возможно. Плюс здесь помечены известные нам укрытия капитана, так что попробуй сначала пройтись по ним. Есть. Thanks, Клим. Ну что, с радио разобрали. А за остальным зайди в тир, там тебе все выдадут. Заодно и оружие пристреляешь. А лучше сначала передохни, ты же с дороги. Спасибо, но я лучше пойду. Предпочитаю ковать железо, пока роса. Ха-ха-ха-ха, ну как знаешь. Спасибо, Том, но я пойду. Буря-то уже кончилась. Удачи, будем держать связь. Обязательно, счастливо. Счастливо! Пока. Tom is a warmonger. It's a hell of a deal they're giving us, though, given what we need and what we want. It's pretty much perfect. But hopefully we can strike another deal with the captain, perhaps. Пацанов с ним послать не дал. Взяли бы козла старого по-тихому. Знаю я твое по-тихому. Хватит! Уже облажались твои пацаны, когда капитан ушел. И ладно сам капитан, он хоть на виду. Старпом где с остальными? Ищем. Ищем. Год уже скоро будет, как ищете. И сейчас капитан наш единственный шанс, ты понимаешь? Так что твоим пацанам я его доверить не могу. А этому залетному можешь? Он американец. И что? Я его не знаю, ты его не знаешь. Знаю. Он выжил в Москве, понимаешь? Выжил и добрался сюда. Ну, как знаешь. Знаю и получше тебя. Ладно, проехали. У тебя за проходом на верхние болота наблюдает кто-то? Двое на точке. Вот и хорошо, а пусть заодно и за гостем присмотрят. Ну и вообще, сообщишь всем, чтобы были готовы помочь. Давай подумаем, где он его вообще застать-то сможет? Где капитана видели? Его кругом видели. Ты пальцем покажи. Ну вот, под мостом прямо. They're never gonna stop. Баки. Он там давно не появлялся. I think I got all the useful information out of that. Trying to feel them out for how they really feel about me. Привет, дядя Сэм. Uncle Sam. Сейчас там все выдадут. Босс распорядился. Вон туда, по мосту. Здорово, американ. This is ground control to Major Tom. Не работает. You're sick of that. There is something wrong. Черт, так и знал, что что-нибудь забуду. Ну-ка, посмотрим теперь. Engine zone. Ha! You really made the great. Нельзя. Ну чего ты? Закрыто. А, чё это? Закрыто и всё.
Ну чего закрыто-то? Спецобслуживание, понял? Какое еще спецобслуживание? Мне же пристрелять надо. Ничего, бля, подождешь. Слушай, ну я реально по шестряку. Тебе в тир надо. Да хватит тошнить. Мог бы, пустил бы уже. Ну, ладно. А, вот и наш гость. О, а вот и наш гость. Рад знакомству. Я Данила, оружейник Тома. Босс приказал поскорее тебя экипировать. Так что давай сразу к делу. Сначала универсальный детектор. В руинах полно мин, так что без этой штуки из дома не выходи. Кроме мин, она еще ищет запчасти, оружие. Всякую всячину, в общем. Неплохо. Именно так. Теперь автомат. Выглядит знакомо, но необычно. Местное производство под самодельные зажигательные патроны. Первое дело от мутантов. Обычными патронами тоже стреляет. Только магазины особые. Чтобы наши идиоты их в обычные автоматы не тыкали. Спасибо, буду беречь. Рад слышать. Ну, пожалуй, у меня все. Можешь испытать обновку. У моего помощника наготове пара магазинов. Вот ваши патроны. Удачи. Только этот не просто выглядит знакомо. Это самый настоящий 45-й калибр из складских запасов Тома. Мы немало таких в свое время продали, но этот в идеальном состоянии. После пристрелки его даже в руки никто не брал, так что он тебя точно не подведет. Incendiary rounds. 12 shots per magazine, not that much. But I'm sure these do extra damage. Cool. Thanks. Universal detector, so that's new, right? I don't think that was in the base game. Universal detector is capable of locating mines, traps, and other dangers at a safe distance and provide accurate directions towards them. It can also locate other objects such as unique weapons and upgrades. We've got all the basic stuff. This thing, I'm sure we have no extra parts for it. Nope. Yeah, we should be able to upgrade its magazine soon, I think. Экипировался? Получил оружие? А пристрелял? Да, все окей. Ну и отлично. Не пуха тебе. Да ладно тебе. Мы же 100 раз уже тут были. Ладно, двигайся дальше. Наконец. They got a big operation going here. Это ж американ тот! Где? Да а чё сейчас вообще? Да вот, смотрит же на нас! Чё, правда? А по виду просто лошар какой-то залетный. I'm right here. А я тебе говорю, американ это! Ну и подумаешь, у нас уже есть один. Ну, есть-то он есть! А, да хватит тебя уже! Кому какое дело? Да и чем мы за каждой мелочи волну гнать? Лучше отдохни перед рыбалкой. На целый день же идем. Ага.
А можно суку еще? Да бери, конечно, вон там это. Ну так что, пропустил он вас все-таки? Ага, только сначала всю душу вымотал. О, американец, привет-привет, как жизнь? Ты, говорят, капитана видел? Как он? Хотя не надо, сам понимаешь, что тяжело. Если еще встретишь, скажи ему. Скажи, мы помним все, что он для нас сделал. И готовы идти за ним, хоть в ад. Но мы проверяем еще, но уже понятно, что недостача получается. Ну и на кого думаем? Да есть тут один тип, малой погоняло. Мы только пришли с ревизии, он сразу дал ходу и у себя в каюте заперся. Там его ребята пытаются выломить. А, знаю его. Скользкий тип всегда был. Пойду гляну, как они там. Ага, а мы тут пока продолжим. Так что, тебе не нравится новый курс Тома? Please pause your conversation. I want to follow them. Whatever. Мне вообще пофиг уже. Так что скажу на чистоту. Мне не то, что курс. Мне не сам Том, ни его бизнес не нравится. Но это, блин, не главное. Меня бесит, как он власть захватил. Как капитана бортанул с офицерами всеми. Ну и Клим еще с упырями его. Вот что главное. И еще капитан прав был. Нельзя больше ракетами разбрасываться. Так что хорошо, что реакторы топлива выработали. Ха. Так что можешь смело бежать и Климу докладывать. Пусть он меня уже на подвал посадит. И покончим с этим. Вот, я все сказал. Пошел теперь нахрен. И вовсе незачем так орать, дурак. Вовсе я не собираюсь никому докладывать. Ха. Ага, ну да, конечно. Расскажи остальным, которых уже на подвал утащили. Какая же сука. I know, right? Tom is a fucking creep. Отлично, это им понравится. Doesn't surprise me in the slightest that they have a torture chamber and that they take away dissidents to, I assume, probably the torture chamber. Ну снова привет, американец. Ты ж не обижаешься? Не обижаюсь. Ну и отлично. Босс сказал подать тебе хорошую лодку, так что вот. Выглядит неплохо. И управляется отлично. Просто рули, как на машине. Доработай машинкой, газ-реверс, и дело в шляпе. Мы даже компас поставили. Кстати, да, за компасом следи. Там спирт внутри. Ну и про инерцию не забывай. На полной скорости, даже если реверс врубить, не сразу остановишься. А, и еще. Уж, пожалуйста, постарайся ее не утопить. Да, она ему дорога, как память. Ха-ха, это точно дорога. Ну, принимай командование. Удачи и 7 футов под килем. Счастливо. Bye, guys. I don't think we ever got to use a powerboat in the original game. It was just a rowboat, wasn't it? That's gonna be fun. Ах, блин, до сих пор не верится, что у нас теперь целых 2 американа. Ах, too many. Ты правда после Тома никого из ваших не ждали? Ну, чё тут у вас? Как успехи? Да никак, у этого козла замок на двери капитальной. Ну ничего, скоро достанем гады. Да не брал я ничего. А, конечно. Бабе Розе расскажешь, при случае. Ха, а у вас тут весело. Я послушаю, пожалуй. Ща мы замок скроем, еще и посмотришь. Вообще веселуха будет. Куда там той кориде? Just to save you some time, I just cut out me staring at them trying to pick the lock for like 3 minutes, and they did have new things to say, just little tidbits every once in a while, but then it just started to repeat. It doesn't go anywhere, they don't open the door.
So, how fast can this thing slow down? Yeah, that takes a little bit. Shit. Ничего себе. Черта, потому тебе детекторы выдали. Если рядом мина, на детекторе лампочка загорится, и он покажет направление. Ну и тогда все пучком уже. Если знаешь, где мина, то не подорвешься. Хотя, если рискнуть охота, можно, конечно, попробовать ее разрядить. Disarm for resources. Shift accelerate to full speed. The engine sound attracts attention. Okay. Well, I don't feel any need to go full speed then. I see things slithering. Okay, we can try it out a little bit. Слышу тебя отлично, Том. Спасибо, Том. Буду иметь в виду. Пожалуйста. Удачи, сэр. Конец связи. I was gonna say there's someone up there, but no, there's a mutant up there. So good looking. Look at those reflections in the water. This is a pretty good place to end the episode. So I hope you've enjoyed so far, and when we return, I'm gonna go explore this nasty place and try not to die from snake bites or mutants.